Привет, это канал I Like Pet, я Таня, и сегодня у нас крайне необычная тема. Помогать ее рассказывать нам будут сразу два домашних питомца, пес Макс и кошка Соня. Сегодня мы постараемся опровергнуть известное суждение о том, что между кошками и собаками не может быть ничего общего. Одни становятся хорошими охранниками и компаньонами для человека, другие больше любят быть сами по себе, но от этого не менее очаровательны. У одних виляющий хвост означает радость, у других – злость. Одни мурчат и мяукают, другие лают и воют. Кошки и собаки – две разные вселенные, которые все же пересекаются. Представляем вам основные сходства собак и кошек. Первое сходство заключается в том, что и кошки, и собаки являются территориальными животными. Для них важно понятие своего места, которое они всегда обозначают и охраняют. И мяукающие, и лающие обязательно найдут в себе дома укромный уголок для сна. Часто там могут располагаться их лежак и игрушки. И кошки, и собаки всегда со стрессом переносят смену места жительства. И лающие, и мяукающие были одомашнены человеком несколько тысяч лет назад и способны приносить своему хозяину пользу. Это второе сходство. Кошки ловят мышей, собаки сторожат дом и помогают на охоте. Сегодня, помимо этих основных обязанностей, и лающие, и мяукающие выполняют и другие не менее важные роли, например, друзей и нянек. Врожденный охотничий инстинкт – третье сходство кошек и собак. Эти животные по своей природе являются хищниками. Особенно много общих черт в поведении кошек и собак, когда они видят птиц. И те, и другие пытаются разными способами поймать пернатую добычу. Правда, кошки предпочитают выжидать удобный момент для нападения, а собаки лают и бегут на птиц сразу. И кошки, и собаки не переносят долгого одиночества. Да, кошки могут делать вид, что их не заботит ваше присутствие, но когда вы вернетесь домой после нескольких часов отсутствия, ваш мяукающий друг точно прибежит к вам за лаской и вниманием. И кошкам, и собакам важна любовь хозяина и общение с ним. И кошки, и собаки любят гулять. Правда, лающие больше предпочитают прогулки на улице, а кошки же активно гуляют как по дому, так и за его пределами. И для мяукающих, и для лающих важны регулярные физические нагрузки. Я думаю, у нас получилось доказать, что между кошками и собаками очень много общего. Но их главная общая черта заключается в том, что и кошки, и собаки являются великолепными домашними питомцами и способны дарить море любви своему хозяину. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был канал I Like Pet. До новых видео!